Всем привет, с вами я, Стив, и сегодня мы будем начинать мой летсплей по Майнкрафту. Я долго мучился с этим звуком и как раз таки решил проблему с тем, что меня не было слышно. Ну да. Я повысил громкость своего микрофона и теперь меня нормально слышно. Так. Сейчас поставлю на нормальную и давайте начнем экшен. И да, я сюда поставил мод, который называется Improved Minecraft, который очень помогает. Мне даже алмазы не пригодятся. Сейчас я вам покажу. Именно, ребята, вы только взгляните на это. Вы смотрели, сколько там? Это же много. Так, я слышу зомбаков. Так. Воу. Спрут, тихо, не пугай. Так. Прощай, старая броня, и привет. Вау! Сейчас испытаем твою меч. Пусти, не ломайся, ребят! Голову выбил! Ребят, я его голову выбил! Вау! Вау-вау-вау! Ребятки! Ха-ха! А у меня бесконечный меч! Ребят, меч не ломается! Это же круто! Теперь мне больше не нужен алмазный меч. Так, а ну иди сюда! А ну иди сюда! Сюда! Эффекты накладывает! Это самый крутой меч! Меч, который я когда-либо видел! Так! Вот так вот! Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот! Это капец, как круто! Тихо! Ну и да, с меня выпала моя же голова! Умри! Я опыт накакал. Тихо, 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 железо! Ты, чумой, чумой скелет, чумой, умри, там с тебя выпадает, его голову выбил, ребят, ай, тихо, тихо, умри, 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 вау, экстрим, экстрим, ребятки, ура! Ха-ха! Вот так вот. Спаунеры. Тихо! Тихо, 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 тихо. Все, достаточно. Ребят, уже все. Хватит с меня таких приколов. Вот это да, ребят! Вы видели? Меч, он не ломается! Это же круто! Еще плюс голову зомби выбил. Ну еще лучше, чем алмазный. Изумруд! Огнестойкость! Ребят, это мой самый счастливый день! И прод Майнкрафт. Рекомендую вам этот мод. Ну да, золотая броня лучше, круче, чем алмазная. Блин, ребята, я могу дышать под водой! Спасибо, спрутник! Да нет, не за что. Так, так. Ребят, это же круто! Я могу дышать под водой! Ребят, я поставил самые классные моды. Моды. Ну, время.
бегать по лагерю. Понимаю. Я собираю потом на другую. Нормально. Давайте-ка порежем немножечко. Нет. Вот дружелюбных нет. Это слишком жестко. Мне надо Вот это. А ну иди сюда. А костяшка. Стеной магна. А, тихо. Надо волка. Меня не зажали. Ха. А я не промах, у меня супер меч. Вся броня у меня не супер. Не кошерная. Вся кошерный. У меня супер кошерный меч. Не ломается. Так. Бред. Крипер. Не взорви. Мне надо испытать этого. Вау! А ну-ка сюда подошел. На! Че? Все. Стеновое здание, и он опасен как никогда. Картошка. Вот три головы зомби, одна голова скелета и одна молекула. Вау! О, шапочка. Классная шапочка. Спасибо за опыт и спасибо за шапочку. А, это из портала, ребят. Это из портала Клей. О, это прикольная шапочка. Троуфейс. Так, а ну-ка. Без шлема лучше. А кто сказал, что я вам дам 30 рублей? Никто! Я вас затроил! Ну ладно, конечно, я не обещал давать целых 30 рублей. Да, все равно тролль. Ха! Пиксельный тролль. Ребята, у меня самые классные моды. Если вы хотите себе такие же, то если под этим видео наберется 4 лайка, то я кину ссылку на эти два классных мода. Так. Крипер, давно не виделись. Пока, Крипер. Дерево сломал. А я опыта хотел с него срубить. Ну и ладно. Так. О-о-о. У меня стрела. Ребят, у меня в борту стрела. Вот это самая башня. Тихо. Так иди сюда на волка. Волка. Так, минус ведьма. Я слышал. О, нет. Эк. Вау! Это пауки только. Вай! Он что там на дереве делал? На! Чё? Думаешь, можешь просто так меня убить? А нет, бред себе. Я там еще краба вижу. Крабы! Опыт! Фарма вот это. Это кто? Король краб! Я короля тоже не вспомнил. Король же этот, ну баску сам вижу сам. Я здесь король. Кто здесь король? Ну сюда подошел. Ну сюда. По одному. Волка. Ну посмотри, какие-то волки. Да ладно, краб. Кстати, спасибо за клещи. Клещи, отвалите клещи. Король.
король. Так. Он что? Обычный. Я думал, это король. Тихо. Если бы здесь была лава, я бы просто прошел. Погоди. Цей! Получай! Вот тебе! Вот что я думаю про этих поганых крабов. Где мой краб? Ну да вы вообще... Вы шо, Ну вы издеваетесь, ребята. Клещни! В воду! Они уже сюда идут. Их нету. Где от меня? Уже два напали. О, спасибо. Халявный опыт, халявный. На халяву, плюс еще месяц включить. Не повезло. О, как мне повезло. Так, слышь, я что-то не понял. Даже свиньи будет лучше, чем они так. Теперь тебе крышка. 10 ударов. Ну-ка сюда. Сюда. Так, а ну-ка сюда. Ага, клещи. А чё, так просто дымом. Вай. Да не притягивать. Да чтоб тебя! Хорош! На, получай! Да ладно! И это король крабов! Скорее всего, бас. Ребят! Это то, о чем я думаю. Так, а ну-ка. Вы издеваетесь, что ли? Нет, ребят. Стоп, а что это делает? Этот мне понадобится. Так, назову эту серию молниеносную. А ну иди сюда! Так, а ну иди сюда! На! Воу! Капец! Мобы прям исчезают! Вот это да! Мне повезло! Ну вот только пожрать! Пожрать! Так. А ну-ка. Дрищ. А чего с них ничего не дропается? Даже опыта. Ай! Тихо! Тихо, огонь. Хорош. Играться с огнем плохо. Запомните, детишки. Так. Мне надо пожрать. О, бобы! Пожрать! Не, надо не пожрать! Не серьезно. Стоп, не пожрать. А ты кто? Ребят, это чё? Новый курица. Это курица. Вот так вот. Все будет хорошо. Бэтмен. Ребят, самые классные моды в этой сборке. Вот это!
это капец. Ну просто вахаю. Ребят, если вы хотите тоже эти моды, то повторяйте. Ссылка будет в описании после 4 лайка. Ну да, я тут немножечко набил. И эта серия достойна лайка. Лагает. Прикрою бандикам, потому что очень сильно глючит из-за бандикам. Прикрыл. И да, ребят, чтобы у вас было нормально слышно, вы должны поставить себе в бандикане моно. Когда будете увеличивать звук вашего так называемого микрофона. Если у вас фоновые шумы, то вам нужно включить подавлять эхо и подавлять шум. Наверное, вы сейчас слышите этот шум и не можете смотреть это. Ну, ребят, извините меня, я не знаю, как это убрать. Так, мне надо пожарить. Стоп, яйца же можно жарить. Так, где курица? Мне надо срочно яйцо. Ого. Ты кто? Стоп, это же кабан. Волк. Волк. Так. Куда я? Главное вспомнить, куда я поставил этот. Ребят, вы видели? Это же был кабан. Наконец-то в Майнкрафте все по-реалистичному. Ну да, вы уже и так знаете. Так. Порубачить. И это все мои. Это все. У меня. Покупайте мой золотой меч, который никогда не ломается. 10 урона. Покупать где? Бред знает. Хе-хе, трол. Я вас затроллю. Я же трол. Я же трол. Я должен вас троллить. Хотя нет, затроллю мне за... Будет у меня много дизлайков. И да, ребят, спасибо за ваши огромные лайки под каждым моим видосом. Тут у меня почти нет дизлайков, но только один. Хорошо. Ну да, я не хочу пародировать шоу This is хорошо. Ну, шоу классное, но Макса... О, дикая утка. Так. А ну-ка. Сюда подошел. А ну-ка иди сюда. Да, это король краб, ребят. А ты кто такая? Акула поганая. Так. Так. Вау. Меня за спиной завалит. Нет, лопаю. Ну ладно, ребят, на этом. Тихо. Вау, тихо. Сейчас мы завалим этого такого мини-босса в нашей сборке. Ну как так? Ну как так-то? Ха-ха. Вот так вот. Они еще там по земле ходят. Вы посмотрите там. Убивайте и хилиться.
ты! Я дал ему немного кэл. Походи ты! На! Ух ты, норм? Ой, тихо! Да. Обре! Ребят, вот ночь самый крутой. Вы вообще видели, что он творит? Так. Опыт мне не помешает, так что иди сюда. Ребят, это самый счастливый день в моей жизни. Ну ладно, на этом данное видео заканчивается. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, сделать репост того ролика ВКонтакте, звать друзей смотреть это видео. А с вами был Стив. Всем добра и всем пока! Вот только еще один зомби и закончим данную серию. И я! Виноград. Пока, ребята! До следующего видео!